Свыше 1000 жителей Башкортостана подали заявки на бесплатное обучение по нацпроекту «Демография». Им доступно 900 образовательных программ, которые сформированы по востребованным в регионе направлениям, сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения. Ожидается, что 75% прошедших обучение должны трудоустроиться, сохранить занятость или открыть собственное дело. В этом году для Башкортостана квота по участникам составляет почти 3000 человек, и еще можно подать заявку. Для этого необходимо воспользоваться порталом «Работа в России», расположенного по адресу труд7.ру, подав заявление в соответствующем разделе. После подачи заявки с гражданами свяжется наш консультант-профориентолог, который поможет определиться с окончательным выбором направления подготовки, исходя из базовых навыков и пожеланий соискателя. Обучение проводится учебными заведениями республики под контролем весьма уважаемых образовательных операторов. Это Агентство развития профессионального мастерства «AllSkills Россия», Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Получить дополнительное образование могут пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, а также женщины, находящиеся в декрете, отдельная категория молодежи до 35 лет, а также безработные и граждане, находящиеся под риском увольнения. Напомню, Башкортостан получил почти 900 миллионов рублей федеральных средств на поддержку рынка труда. Из них 188 миллионов направят в частности на реализацию региональных программ переобучения.